Друзья, мы находимся на Кипре, проходит главный турнир. Рядом со мной Дмитрий Урбанович. Дмитрий, не надо махать мне по команде, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Только что ты сказал, что ты ни разу не давал мне интервью. Я сначала замечу, что у меня вас были тысячи, я не помню всех, ты правда не давал мне интервью? Классно тебе. Мне очень классно. Да, вот дебютное интервью, давай запишем. Я правильно понимаю, амбассадор Пати Покер никогда не давал интервью? Ну, именно тебе, да. Что с тобой не так? Со мной все так. Слушай, ну с премьерой. Да, сейчас спасибо. У меня вот рук не хватает, чтобы пожать тебе. Классно. Димка, тебе понравится у нас? Окей, рассказывай, что Александра, есть. Мой камера герл, Мария репортер. Я прям даже нервничаю. Дим, да, ну, бывает. Ты впервые в нашей камере и впервые на Кипре в Мерите. Как тебе в нашей камере? Да, супер. Мне очень нравится. Класс, тут вообще кайфово. А на Кипре? Ну, на Кипре чуть-чуть менее приятно, чем в вашей камере, но очень классно. Не может быть идеально. Слушай, расскажи, что ты успел сыграть, куда успел сходить? Ага, я успел сходить в другой отель на ужин. Собственно, сходить в отель, где игра, и в свой отель, где сплю. И успел сыграть HR, Main, Warm-up. Пару сателлитов. Вот. Всегда хотела сказать, люди, на что вы тратите все это освободившееся время в своей жизни, когда вместо хай-роллеров говорите ХР? Димка, ну и как сложилось все это? Сложилось классно. Сложилось попаданием в призы в вармапе и массой впечатлений в других турнирах. Ну класс. Насколько я знаю, только что ты приехал с некого санатория. Все верно. Санаторий Беларусь, приезжайте, супер класс. Нет, санаторий юности в Беларуси, вот так. Ну, скажу так, у меня никто из знакомых или друзей, так получилось, что как-то не попадает в санаторий. Как-то вдруг не в отель какой-то мне поехал. Почему путевку дали от работы. Пати Покер, вы такие молодцы. За вредность. А тебе не дают? Спроси. А я не на пати работаю. Я работаю на Артура Восконяна. Приходится просто на Багамы раз в году летать. Нет, ну у вас же есть Алтай. А, ну да. Ну вот. Ну так и что в санатории делал? Отдыхал, восстанавливался, проверял здоровье, все good, отдохнул, кушал. Спал. Ну, спал, да. Как тебе кипрские игроки? Хорошие игроки, с душой играют, с волей к победе. Хорошие оппоненты. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что с ними приятно играть. Легко? Ну почему я не говорю легко, с ними приятно играть. Я начинаю понимать, почему у нас никогда еще не было интервью, Дмитрий. Димочка, расскажи, есть ли такой человек в мире, которого ты не стала бы выбивать из-за своего покерного стола, чтобы подольше посидеть с ним рядышком? Меня не называть. Я могу что-нибудь скучное сказать. Давай. Но я не буду. Да я не ожидаю ничего веселого. Я шучу. Окей. Если какой-то суперинтересный человек, у него мало фишек, ну тогда пускай сидит. Ну это вот было скучно. Окей, это хороший ответ. Я ничего не придумал лучше. Не-не, это хороший ответ, это он приближен к реальности. Дима, смотри, раз действительно тебя у нас еще не было, тебя у меня еще не было, и ты все-таки амбассадор Пати Покер, расскажи, давай по-серьезному поговорим. Как работаешь ли ты над своей игрой? Конечно. Сколько ты тратишь на это время? 8 часов. Сутки. Сутки. 8 часов в сутки? Как это выглядит? У меня команда тренеров. 5 тренеров. Значит, один тренер по игре с коротким стеком. Один тренер по постфлопу в глубоких стеках. Тренер по психологии, по медитации и просто лайф-коуч. И вот это все 8 часов в день уходит. Правда? Правда. Какие у тебя дальнейшие планы, куда ты направишься после Кипра? Направлюсь домой, играть онлайн, а потом направлюсь в Вегас, играть вживую сначала и до конца. Потом, может, какое-нибудь путешествие по Америке, потом в Китай, потом домой, играть онлайн, потом еще куда-нибудь. Потом надо в какой-нибудь санаторий заехать, все-таки такой график напряженный. Да, наверное. Дима, смотри, сегодня вышли на всех
покерных сайтах нашей страны вышла новость о том, что Millions от Party Poker этим летом будет проходить в Лас-Вегасе. Так что, как представитель Party Poker, ты можешь вот рассказать об этом подробнее. Хорошо, рассказываю. В начале июля, по-моему, будет Millions Лас-Вегас, 10 тысяч боин, 5 миллионов призовой фонд, аварии. Все, кто боинится за ППЛ, первые 100 человек получают $1000 на расходы. Супер турнир, вегасовские составы. Будешь играть с сателлиты? Мне не дают визу. А, ну и виза нужна в Америку еще. А у тебя есть виза? Да. Ну ты просто не молодая девочка, которой не верят американцы, что она не захочет возвращаться на родину. Дима, что сейчас интересного есть на Party Poker? Очень много чего интересного. Интересный шардек, интересный кэшбэк. Сейчас будет интересная серия KO Series. Вот в воскресенье стартует, уже буду играть. Друзья, это был Дмитрий Урбанович, амбассадор Party Poker. Мы продолжаем свое вещание с Кипра.